Привет! Это арт-студия «Единорог», и сегодня мы будем рисовать с тобой вот такого замечательного и очень простого барашка маркерами, фломастерами или мелками, чем тебе понравится. Ну что, начнем? Для начала мы нарисуем область карандашом простым, в которой будем рисовать нашего барашка. Наметим эскиз. Рисую мордочку. Мордочка вот такой формы. Здесь у меня будут глазки, полукружки. Здесь носик и ротик. Вот в этой области я нарисую ушки. Такой формы вытянутой. И внутренняя часть уха. Здесь вот такой неопределенной формы, форма овальчика. Нарисуем тело, которое мы потом будем заполнять кудряшками. Здесь у меня будут передние ножки. Не забываем рисовать копытца. Здесь у нас задние ножки и копытца. Вот такой барашек у меня получился. Теперь я его начну раскрашивать. Возьму серый цвет и закрашу мордочку. Нам понадобится два серых, один потемнее, один посветлее. Закрашу мордочку светлым серым. И также этим цветом я буду закрашивать ножки. Вот так. И ушки. Аккуратненько закрашиваем, не спеша. У меня маркеры, ты рисуй тем, что у тебя есть. Фломастерами, мелками, цветными карандашами. Это не важно. Внутреннюю часть уха не закрашиваем, потом мы ее закрасим другим цветом. Берем темно-серый фломастер или черный, какой у тебя есть, и рисуем вот такие кружки в области, где у нас должна быть шерсть. Полностью зарисовываем хаотично разные формы и размеры такими кружками. Можно оставить спиральками, потому что это у нас кудряшки, а овечка у нас кудрявая. Вот так плотненько друг к другу заполняем всю область, где у нас тельце у овечки. Вокруг мордочки, ушей. Не спеша, аккуратненько. Вот таким образом заполним сейчас все тельце нашей овечки. Овечка у нас очень простая, но при этом очень интересная. Нарисовать такую овечку смогут даже малыши. Смотри, как у нас уже интересно получается. Кудрявенькая овечка. Сверху у нас уже мордочка заполнилась. Заполняем тело. Можно просто спиральками рисовать. Это не быстрый процесс, поэтому ты не торопись. Если ты не успеваешь за мной, ставь видео на паузу, рисуй аккуратненько, старайся, чтобы у тебя очень красивая овечка получилась. А затем, когда все у тебя получится, продолжай с нами. Ну вот, я почти зарисовала тельце овечки. Овечка у нас уже получилась очень интересная. Вот так должно выглядеть. Продолжим рисовать. Возьмем теперь розовый маркер. И закрасим внутреннюю часть уха сначала.
Нарисуем щечки вот здесь такими кружочками овечки. Теперь возьмем черный фломастер или маркер. Нарисуем глазки полукружочками аккуратненько. Носик. Ротик. Обведем копытца и закрасим их черным цветом. Посмотри, какая миленькая овечка получается. Ну вот, овечку мы нарисовали, но я хочу сделать еще, чтобы у меня рисунок был поживее. Нарисую травку, на которой стоит, пасется овечка. Вот такими простыми штрихами я рисую травку зеленым маркером или фломастером, или мелком. Вот у нас стоит овечка на травке. Нарисуем теперь солнышко желтым цветом. С этой стороны я рисую солнышко. Лучики. И нарисую еще в нескольких местах облачка голубым цветом. Вот здесь. Такой формы неопределенной и закрашу. Вот здесь нарисую поменьше. И вот здесь еще одно маленькое. Ну вот такой у меня рисунок получился. Такая овечка миленькая, которая пасется на лугу. Надеюсь, у тебя тоже все получилось. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Не забывай подписываться на наш канал и ставить лайки. Пока-пока!